приветствовать самую очаровательную, прекрасную и великолепную половину нашего человечества. Сегодня необычный день, ведь он наполнен вашими улыбками и неземной красотой. Сегодня все только для вас и ради вас. Дорогие наши обольстительницы, помните, каждый день, каждый час и каждую секунду наши мужские сердца принадлежат только вам. Продолжайте и дальше радовать нас своей красотой и вдохновлять на великие поступки. Слово для поздравления предоставляется главе Лихославского района Наталье Николаевне Виноградовой. И наш с вами красивый праздник. И мы снова вместе в этом зале. Замечательно встречаться по такому прекрасному поводу и вновь видеть ваши радостные лица и светящиеся глаза. Вы, как никто, заслужили этот праздник, и здорово, что он становится в нашем районе традиционным. Я говорю «заслужили», потому что мы, женщины, действительно служим всю свою жизнь. Служим своей профессии, своему выбору и своему пути. Своим ученикам, если ты учитель, своим больным, если ты врач, своим покупателям, если ты продавец, своим жителям, если ты депутат или руководитель территории. Мы служим своей родине. И непременно семье, своим любимым мужчинам и, конечно же, детям. Служим. И по-другому не можем, потому что так создала нас природа. Одарив самым чудесным и бесценным подарком, возможностью создавать жизнь. Быть воплощением красоты, любви и сострадания. Даже в сложные, самые сложные времена женщинам удавалось и удается проявлять лучшие свои качества и неимоверные способности. Оставаясь при этом женщинами, красивыми, обаятельными, нежными и необыкновенными. Мы знаем, как женщины выносили из-под огня раненых, как сутками стояли у станков в годы войны, как поднимали колхозы, как строили, пахали, выхаживали. Женщины могут все. И сегодня, когда в любой сфере деятельности женщины демонстрируют исключительное мастерство и профессионализм, это уже неоспоримый факт. Ведь женщины работают так, как умеют работать только женщины, с особым тактом и обаянием, терпеливо и очень ответственно, творчески и с большой отдачей душевных и физических сил. А главное, в большей степени на нас, женщинах, матерей, воспитателей, учителей, лежит великая миссия – вырастить поколение, которое будет способно приумножить славу страны и вести Россию вперед. Дорогие землячки, от всего сердца желаю вам солнечного настроения, улыбки и как можно больше радостных дней. Пусть мужчины всегда окружают вас заботой и вниманием. Будьте любимы и счастливы. С праздником, дорогие! Министерство здравоохранения Тверской области объявляет благодарность за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения Тверской области врачу общей практики Ивановой Елене Константиновне. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в связи с Международным женским днем 8 марта объявляется благодарность главы Лихославского района Тверской области, участковому врачу-педиатру поликлиники номер 3 Лихославля ЦРБ Тимофеевой Елене Олеговне. Объявляется благодарность главы Лихославского района Тверской области цоколевщику сборного цеха ООО «Электролайтинг» Каретовой Ирине Николаевне.
объявляется благодарность главы Лихославского района Тверской области, резчику Стиула Цеха, полуфабриката ООО «Электролайтинг» Вальчиной Али Геннадьевне. Объявляется благодарность главы Лихославского района Тверской области, начальнику отделения почтовой связи Калашникова ОСП «Лихославский почтамт» Большаковой Наталье Владимировне. Объявляется благодарность главы Лихославского района Тверской области, педагогу дополнительного образования Калашниковский колледж Зенковой Антонине Ивановне. На ваших нежных женских плечах лежит огромная ответственность. На ваших нежных женских плечах лежит огромная ответственность за целый район. Это очень тяжелая, непосильная работа. И мы очень благодарны вам за это, что вы выполняете такой нелегкий труд. И как вы настоящая женщина, стремитесь сделать район теплее, уютнее и красивее для всех его жителей. Потому что каждый житель для вас как ребенок, и вы ответственны за каждого. Спасибо вам огромное. И от лица всех мужчин в этом зале мы желаем вам успехов, любви и счастья. Эти аплодисменты только для вас. Слово для поздравления предоставляется главе городского поселения поселок Калашниково Цветковой Юлии Валерьевне. Добрый вечер, мои дорогие землячки! Я рада приветствовать вас в нашем теплом, светлом, уютном зале. Наверное, таких красивых женщин, как в нашем поселке, встретишь вряд ли. Идешь по улице, смотришь и удивляешься. Когда хватает сил на себя у этих тружениц? Потому что руками наших женщин собираются миллионы электроламп. Руками наших женщин ставятся отметки. Руками наших женщин создается чистота и красота нашего поселка. Я горжусь вами. Я надеюсь на то, что в вашей жизни всегда будет больше светлых минут. Надеюсь на то, что ваши мужчины будут носить вас на руках, чтобы ваши дети доставляли вам только радость. И я верю, что вместе с вами, только благодаря именно вашим способностям, терпению, труду, наш поселок станет красивым, станет таким, каким он должен быть. Потому что красивый поселок – это счастливые люди. И мы с вами достойны счастья. Любви вам, добра, удачи, успехов и всего самого хорошего в наш прекрасный праздник. Уважаемая Юлия Валерьевна, совсем недавно вы стали главой нашего поселка, и вам впереди предстоит очень длинный, долгий путь, но знаете, что это длинный, долгий путь. Вы будете идти вместе с нами, и мы вас поддержим. Поэтому желаем вам, опять же, от лица всех мужчин в этом зале, желаем вам успеха в карьере, прочих достижений, и простого женского счастья и любви. Спасибо. Лучами весеннего солнца согревает нас, мужчин, улыбки милых женщин, как щебет птиц звучит ваш нежный смех. Пусть сегодня все оттенки новой весны ярким салютом раскрасят вашу жизнь. С праздником вас! Для вас выступает Сударев Андрей с песней «Девочка весна». Задуманный,
Зима снимает шторы, она уходит скоро. Под наши разговоры, улыбки и касания рук. Зима снимает шторы, выходит на просторы. Нежная девочка, нашего сердца стоит. Душа проговорит, а забота позабыть.
ежедневно, при любой погоде и при любом настроении. А настроение пусть вам дарят те, кто рядом, кто любит вас и кого любите вы.